который мы все с нетерпением ждали, принадлежащий османскому периоду, изготовленный в 16 веке. За это несравненное колец с 12 каратами бриллианта я начинаю ставку с 2,5 миллионов лир. Да, кто больше? 2 миллиона 700 предлагает госпожа. 2 миллиона 800 предлагает другая. 3 миллиона предложила госпожа. Кто больше? 3 миллиона 250 тысяч. Продаю, продаю, продано. Госпожу, которая купила этот драгоценный лот, прошу, успокойтесь. Скоро все наладит. Небольшая проблема. Приносим извинения. Все. Как видите, все нормально. И раз уж наш генератор уже работает, можем продолжить с того места, где остановились. Что скажете? Да, на очереди у нас лот снова из османского периода. Это ценный лот, который перешел в руки нашей династии во время греческой войны. В нем целых 12 карат. Охрана, закройте двери. Закройте двери. Пожалуйста, товарищи. Думаю, во время отсутствия электричества произошла небольшая неприятность. Пройдите все на свои места. Скоро все наладит. Прошу, не покидайте столы. Скоро я сделаю необходимое заявление. Когда мои друзья объяснят мне, в чем конкретно проблема... Господа, выходы перекрыты. Я возьму карту, есть небольшая проблема. Скоро все наладится, господин. Пожалуйста, займите свои места. Прошу. Чуть позже наша проблема решится. Прошу. Дамы и господа, прошу занять ваши места. Приношу свои извинения за небольшие неприятности. Прошу, вернитесь на места. Нас обыщет Джималь. Отойди от меня подальше. Быстрее отойди. Скоро все решится. Еще раз прошу прощения у вас за маленькие неудобства. Скоро будут сделаны все необходимые разъяснения. Мои друзья предоставят необходимую информацию, а я озвучу ее вам. А после продолжим. Я обещал твоей дочери, брат. Я обещал уйти. Уходи отсюда. Простите. Будь внимательнее, сынок. Господа, будьте спокойны. На кону тема с ограблением колье. А сейчас просим всех помочь нам. Итак, приступаем. Мужчины в эту сторону, женщины в ту. Чисто. 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 Нашли, начальник. Колье здесь. Хорошо, задерживаем. Я ничего не сделал. Это какая-то ошибка, начальник. Расскажешь в участке. Иди давай. Это дело не закончится на этом, сынок. Иди давай. Yeah.
Вы знаете, кто я такой? Я вас всех уничтожу. Я хочу своего адвоката. Вызовите моего адвоката. Как же он вопит. Можно было заставить его еще сильнее орать. Ну да ладно, после этого они уже разберутся. Приятель, почему ты лезешь в такие дела? Если бы не смог закинуть в карман Ришата, если бы осталось при тебе, что было бы? Приятель, я что, такой неудачник? С самого начала это было моим планом. Начальник Хусейн ждет вас, прошу. Сейчас будут браться показания Ришата, начальник. Прекрасно. Очень прекрасно. Ты можешь выйти. Господин Ришат, один раз, два раза наделаешь делов, а потом вот так вот поплатишься. Ты еще постой. Я с тебя еще спрошу за похищение моей дочери. Входите. Комиссар? Входите, ребята, входите. Добро пожаловать. Добро пожаловал. Молодцы, молодцы. А что мы сделали-то? А что могли, Демир? Вы рискнули жизнью, чтобы поймать негодяя? Его тетрадь уже дописана. Сначала будут взяты показания, затем его будут судить. Он был пойман с поличным перед столькими свидетелями. К тому же есть еще и похищение людей. Фаик и Ахмед в наших руках, даже если и поздно. Но с них будет спрошено за то, что они сделали с тобой. Спасибо, комиссар. Большое спасибо. Можно ли, с вашего позволения, пойти? Я хочу увидеть дочь. Сначала ваши показания будут взяты. Дайте сначала показания, потом можете идти. Хорошо, хорошо. Можете идти. Но завтра вовремя придете и дадите показания, ладно? И поцелуй вместо меня дочку Уикю. Хорошо, рано придем, обещаем. Придем, спасибо. До встречи. Спасибо. Спасибо, ребята, спасибо. Приятель, чего ты ждешь? Давай, пойдем. Как мы пойдем домой сейчас? Джандан думает, что я умер. То есть я сейчас так внезапно появлюсь перед ним? Может, потихоньку скажем ей? Не бойся, твой брат и это продумал. Что это значит? Я звонил Угуру, рассказал все. Он должен был поговорить с Джандан. То есть, когда ты пойдешь, они и так будут ждать. Они не будут шокированы. Брат, спасибо. Ну где же они? Когда придут? Сейчас придут, спокойно. Спокойной ночи вам, я ложусь спать. Ты ложишься? Может, посидишь еще немного? Посидеть? Да-да, 5 минуточек. Обычно, когда я поздно ложусь, вы злитесь, а сейчас говорите посидеть. Ладно, посиди еще 5 минут, потом ляжешь. Да-да. Завтра что, школа? Нет, есть, ты пойдешь в школу. Но почему я не ложусь спать? Потому что... Потому что... То есть... Пришли. Кто пришел? Иди, иди, посмотри. Папа? Папа? Папочка, ты мир. Ладно. Ладно, не плачь. Я здесь. Брат. Почему вы так сильно соскучились по папе? Да, почему вы так соскучились? Будто бы годами не виделись. Давай-ка идем внутрь. Пойдем, дочка. Пойдем сюда, давай. Приятель, вы что за люди такие? Разве можно скрывать такое? А то чуть с ума не сошли. Брат, потом поговорим. Папа.
Ты почему ушел, никому не сообщил? Дочка, я... То есть начальник в Измите кафе открывал. Разве тебе не рассказывали? Рассказали. Ну ладно. Почему ты мне не позвонил? Звонил на самом деле, но... Ты... Либо спала, либо была на учебе. Ладно, теперь я здесь. Может, в жизни тебя не отпущу. Хорошо. А я тебя. Вы... Иду. Да, я пришел, и молоко наше пришло. Пьет. Закончилось. Иди сюда. Идем. Моя вкусная девочка, соскучился. А я по тебе, папочка. Папа. Почему так долго задержался? У меня затянулись дела, дочка. А где мое пишмане? Что за пишмане? Дядя Джамаль мне сказал. Папа, твой сказал, что когда приедет, купит тебе пишмане. Я принес, но ночью кушать пишмане нельзя, дочка. Где твоя книга? Давай приступим. Папочка, книг нет. Все сгорело в пожаре. Верно. Одну читали со Стоджандан, но ее закончили. Тогда? Папе нужно купить тебе новые книжки. Потому что папина дочка не сможет без них. Ну, раз книг нет. Нет, дочка, нет, я не умею рассказывать сказки. Ты можешь не уметь рассказывать, но ты очень прекрасно выдумываешь. Хорошо, раз так, то выдумаю еще. Пошли. Идем сюда. Давным-давно, в далекой стране, жил-был отец-король и его дочка-принцесса. Иди, я тебе... Приятель, ты больной? Мы хуже тебя тут помирали, волновались. Как человек может не рассказать о таком? Вы с ума сошли? Что значит в одиночку решить дело? А мне почему не сказали? Ты прав, брат. Прав. И Джандан права, но вам нужно было оставаться с Уйкью. Верно говорит. Либо Джандан была здесь, но и тебе надо было быть здесь. В конце концов, самый любимый дядя Уйкью — это ты. То есть девочка рядом с тобой себя чувствует в безопасности. Ладно, приятель, я понимаю, но как человек может не рассказать о таком? Ладно, приятель, ты прав. Демир, все уже закончилось? Закончилось. Теперь я здесь. Приятель, благодари Бога, что я очень счастлив. Иначе бы я тебе... Ладно, ладно. Ладно, я ушел, а ты, Угур, ложись спать поздно уже. Подожди немного, парень. Да я немного другом наслажусь. Ладно. Пойдем. Хорошо. Вновь добро пожаловать, брат. Спасибо, брат. Джандан, до встречи. Не приходи, Угур, я ушел. Хорошо, брат.
Давайте, спокойной. Спокойной ночи, брат. Нет ничего лучше дома. Может, да? Демир. Письмяемся. Но у нас ведь нет дома. Есть. Мой дом — это ты. Моя дочь. Мои любимые друзья. После того, как все рядом со мной, я дома. Брат мой, лев мой, снимаю, стойте еще вот так. Селфи? И папе салат. Спасибо. Джандан, где вы задержались? Иду. Вот и чай. Демир. Спасибо. Возьми, малыш, свое молоко. И так приятный аппетит. Хлеб. Папа. Да, дочка. Можно я сегодня не пойду в школу? Я с тобой останусь. Нельзя, дочка. К тому же, давно ты в школу не ходишь, а я в кафе пойду. То есть, нам теперь надо вернуться к обычной жизни. И в школу надо идти, ладно? Хорошо, папочка. Что такое? Ты отведи меня в школу. Проводить вас до школы? Для меня большая честь, принцесса моя. А сейчас хорошенько покушаем, почистим зубы, соберем сумку и бегом пойдем в школу, ладно? Как прикажете, капитан? Прекрасно, я с вами. А потом погуляем, брат. Не ревнуй, брат. Я наедине с дочкой пойду в школу. Да, брат, ты прости, сегодня у нас с папой день наедине. Да, день наедине. Ты посмотри на них. Папина дочка, ладно, вы идите. Тогда хорошенько позавтракаем и пойдем в школу. Погоди, дочка, не надо все сразу кушать, подавишься. Папочка, ну очень вкусно, спасибо. Приятного что аппетита. Папа? Папа. Ты знаешь, пока тебя не было, тетя Петюль меня с Мерджаном в кино водила. Мы фильм посмотрели, покушали. Ты что-то хочешь сказать, говори. А может, и мы отведем Мерджана в кино? Хорошо, я отведу тебя в кино. Нет, папочка, пусть и Мерджан пойдет. Мы вдвоем сходим. Папочка, и вдвоем сходим. Что? Когда тебя не было, очень расстроена была, поэтому они меня в кино повели. Может, и мы отведем, а она что такого? Ладно, хорошо. Ура! Держи-ка. Не говори с незнакомцами, из школы одна не выходи. Слушай уроки, кушай еду. Дай-ка отряхну. Я. Доченька моя. У Икью дома молока не было. Купишь сама, ладно? Спасибо, папочка.
Джандон? Доброе утро. Доброе утро. Димир вернулся? Что это за тема? То есть нет ничего, о чем ты не знаешь, Мурат. Давай вынесем это, посидим и поговорим. Ну и ладно, видишь, ты попусту расстраивалась. Да, впустую человек пришел целым и невредимым. Ничего нет. Это одна из его игр. К тому же вся жизнь этого негодяя — сплошная ложь. Мурат, слава богу, что он в порядке и жив. Джандан, я рассказать не могу, как я был напуган, когда тебя похитили. Хорошо, уже все прошло. Как прошло и закончилось? То есть это все? У тебя постоянно будут проблемы, а я буду спокойно относиться, мы будем так продолжать. Что будем продолжать, я не поняла. Джандан, не делай так. Мурат, что я тебе делаю? Я никому ничего не делаю. Джандан, то, что я тебя люблю, ты знаешь, что я влюблен в тебя. Ты знаешь, что нет ничего, чтобы я не сделал для тебя. Когда тебя похитили, я столько денег отдал этим людям, даже не раздумывая. То есть, чего ты хочешь взамен на эти деньги? О чем ты сейчас говоришь? Мурат, я не могу ответить на твои чувства. Я не люблю тебя. Ладно, я не могу расплатиться за то, что ты сделал ради меня. За всю свою жизнь никто так мне не помогал, никто так обо мне не заботился, да. Тогда почему? Из-за него, не так ли? Из-за этого вора. Из-за этого подонка, ничтожества. Я влюблена в Демира. Мне жаль, но я не могу ответить на твои чувства. Ты пожалеешь. Ты играешь в игру, в которой проиграешь, Джандан. Мурат, я не играю ни в какую игру. Посмотри, я построила семью. Буду бороться, чтобы до последнего быть с ними. Это единственное, чего я хочу в жизни. После этого, если не захочешь видеться со мной, я пойму. Димир? Димир? Начальник? Как ты? Уйди, уйди. Не подходи, уйди. Это я, начальник. Не подходи, начальник, это я. Димир, ты жив? Жив! Конечно же, жив. Конечно, настоящий. Настоящий я, настоящий. Он не настоящий, нет. Иди отсюда. Посмотри, а? Ты нас напугал. Иди сюда. Обниму тебя. Мы соскучились по тебе. Новый официант? Да, Демир. Когда мы услышали уже новость о тебе, упаси Боже. Конечно же, конечно, начальник, тебе надо было продолжать. Похож на хорошего и работящий. А ты что делаешь? Что с тобой произошло? Начальник, не спрашивай, я не буду рассказывать. Из того, что я пережил, можно роман написать.
Я пришел попрощаться с тобой, поблагодарить за все. Димир, наладь свою жизнь, ради бога. Посмотри, работу потерял. Пусть, начальник, найдем что-нибудь. Мы живы, живем, здоровы. Молодец, ты молодой. Ты можешь из камня воду выжить. Именно. Спасибо за все, начальник. Что ты, Димир? Да, я обниму тебя. Я зайду вновь. Что это значит, приятель? Всегда буду ждать. Иногда приводи дочку Икю. Я соскучился по маленькой. Хорошо, приведу, легкой работы. Счастливо. Добро пожаловать, Джималь. Спасибо, брат. Брат, держи. И это. И это тоже возьми. Передай брату Арифу большой привет. Спасибо ему. Он очень помог мне. Спас жизнь моего брата. То есть мы расплатились. Они не должны оставаться у меня теперь. Тебе виднее, Джималь. Удачи, пусть Бог бережет тебя. То есть начальник уволил тебя? Уволил. Человек подумал, что я умер. Он прав, что сказать, но его взял. Верно, и он прав. Джималь идет. Как дела, господа? Хорошо, брат, как у тебя? Хорошо. Добро пожаловать, спасибо. Добро ли ты сегодня очень даже в порядке? Правда, очень даже. Гора с плеч сошла. Брат, дай нам 3 чая. Приятель, можешь рассказать? Приятель, я отдал обратно все то, что у меня было от Арифа. Правда? Да. Молодец. Спасибо. Негодяй мне жизни был обязан. Но сейчас мой брат здесь. Рядом. Рядом. Мы квиты. А что ты будешь делать? Где будешь жить? То есть я бы сказал, пойдем жить у нас, но ты знаешь ситуацию. Приятель, разве я не знаю? Спасибо, брат. Приятного. Давай. Спасибо. Спасибо. Приятель, ты не волнуйся, я разберусь. Найду общежитие, а потом уже с Божьей помощью. Приятель, ты же знаешь, иначе всегда для тебя двери открыты. Разве я не знаю, приятель? Ладно. И мне надо дом присмотреть. А ты теперь выдумал это? Не выдумал. Я не смог жене даже солнечный свет показать. Посмотри. Посмотри на отца семейства. Приятель, постой, не издевайся. Мы на диване спим. Приятель, ты не парься. Сделай нормальное предложение этой девушке. Как это? Предложение разве не сделал? Нет, Жандан ему сделала. Молодец, парень, молодец. Мы пришли сюда расстраивать меня. Мне уйти, что ли? Сиди, приятель, вместо того, чтобы с нами что-то делать, пойди и сделай предложение девушке. Он верно говорит, пусть девушка поймет, что ты настроен серьезно, пусть этот формальный брак кончится. Верно говорите, но нет ни дома, ни денег, о каком предложении может идти речь? Но на пальце же есть кольцо. Парень, это обручальное, мне снять и обратно надеть? И то верно. Парень, разве здесь важно не намерение? Важно намерение. Именно, брат. Сделай предложение. А потом будет и кольцо. Ладно, вы так красиво описываете, но девушку надо на ужин пригласить. А денег нет. Приятель, разве это не просто ужин? Что будем делать, Джималь? Рыбу с хлебом кушать? Нет, нет, так нельзя. Так нельзя, парень. По-моему, будет круто. Дочка, ты не слушай своих дед. Ребенок верно говорит, парень. А по-моему, сестра Джандан будет очень счастлива. Хорошо, но не знаю. Парень, ладно, не тяни. Когда будут деньги, тогда и в ресторан отведем. А сейчас просто сделай приятное девушке. Хорошо, но и дома нет. Ничего нет. Макароны. Что? Макароны. Макароны есть дома. Я приготовлю очень вкусные макароны с сыром. А рядом вот такой вкусный салат. Большой.
Хорошо, принято. Давай, пойдем. Я убежал. Куда? Пойду искать работу. Хорошо, увидимся. Маленькая, твой отец и брат Угур доверены тебе, ладно? Хорошо, давайте, у нас много дел. Уборка будет, заканчивается готовка дела. Будет. Не закончится, бабочка. Нам надо поспешить. Госпожа Джандан, добро пожаловать. Спасибо, Угур. А что происходит? Давайте я возьму вашу сумку. Ну что вы, я прошу. И манто. Прошу. Ну что вы. Прошу, вот так повешу их. Да, прошу. Прошу. Угур, что происходит? А где ты, мир? Где Ойхен? Джандан, ради бога, пройди. Прошу, госпожа Джандан. Господин Демир придет. Прошу. Я сообщу господину Демиру и сразу вернусь. Опять же, добро пожаловать. Пришла. Что за глупость мы делаем такую, еще и в доме? Господи, девушка пришла, ждет, что мы будем обсуждать это? Давай. Стой, погоди. Давай. Давай же. Стой, стой, не вставай, Джандан. Сиди, прошу. То есть это ради тебя. Ты, конечно же, достойна лучшего, но... Они очень красивые. Благодарю. Стул. Прошу, господин Демир, прошу. Пододвинь. Демир, свечи, цветы, все это очень прекрасно. Что происходит? Добро пожаловать в наш ресторан. Прошу. Прошу, это ваше меню. Спасибо. Чего бы вы хотели? А вы что посоветуете? В нашем ресторане все великолепно. Да? Хорошо. Тогда я закажу макароны с салатом. Хорошо. Ручка, ручка, ручка. Макарна. Макароны. Салата. Салат. А ты, папочка, ой, то есть вы, господин Демир. Я закажу то же самое, госпожа. Напитки. Фруктовый сок. А вы? Я то же самое. Хорошо. Благодарим. Не за что. Здесь очень красиво. Недавно открылись. Тогда будем приходить почаще. Да, придем. Джандан, я задам тебе вопрос. Задавай. Но это может показаться тебе странным. Не смейся, ладно? Демир, почему мне над тобой смеются? Задавай, пожалуйста. Демир, что ты делаешь? Джан, до сегодняшнего дня я ничего не делал так, как это нужно. То есть, то, что в мыслях, что в сердце,
Я не смог показать это и объяснить этого. Демир, о чем ты говоришь? Я не понимаю. Джандан, постой, я рассказываю. Прости. Не перебивай меня. Это... Выйдешь за меня? Демир, мы женаты, но по договоренности. Я хочу, чтобы было по-настоящему. Потому что ты любишь меня. Потому что я люблю тебя. По любви, как и должно. Ты выйдешь за меня. Да, конечно, выйдем. У меня не было денег, чтобы купить кольцо, но это очень ценная нить. Это нить на самом деле... На самом деле, это дорога. На самом деле, это дорога к твоему сердцу. К твоему сердцу. На самом деле, это нить для моей любви к тебе. На самом деле, это нить для моей любви к тебе. И это память, чтобы ты помнила мою любовь к тебе каждый раз, когда будешь смотреть на нее. Надень, завязать? А это камень. Браво! Браво! Наступи на ногу, наступи. Брат мой. Брат мой. Поздравляю. Спасибо, милая. Поздравляю, папа. Доченька моя. Что скажешь? Я очень везучая, знаете? Почему? Потому что ни один ребенок не видел, как его отец делает предложение его матери. Но я увидела. Да, проходите. Проходите, присаживайтесь. Присаживайтесь, вы тоже. Хорошо, мы принесем блюдо. Еще раз добро пожаловать. Дай руку. Спасибо, было очень вкусно. На здоровье. Если бы на кухне не было шефа Икю, то всего бы этого не было. Спасибо, шеф. Приятного аппетита. Брат, скажу кое-что. Давайте сыграем свадьбу летом. И развлечемся заодно. Дай бог, брат, наше положение... Хорошо, друг, какое положение? Поработаем и разберемся. Я тоже буду работать. Разберемся, сыграем красивую свадьбу. И вдобавок отправим вас двоих на медовый месяц. Хорошо, друг. Не нужно. Правда, не нужно. Нам не нужно играть свадьбу. Это не нужны расходы. А ты не наденешь свадебное платье, сестра Джанна? Нет, милая, свадебное платье не нужно. Для нас сейчас что самое важное? Это дом. Хорошо, поговорим об этом позже, ладно? Да, до этого еще есть время. Я уберу со стола. Госпожа Джандан, то есть, Джандан, что ты делаешь, прошу? Ты убираешь со стола в ресторане, где сидишь? Не убираешь ведь так? И здесь не уберешь, я уберу. Доченька, умойся, почисти зубы и иди спать. Хорошо, пап. Я возьму. Демир, я правда не хочу играть свадьбу, не нужно. Я лишь хочу, чтобы ты был рядом. Джандан,
после того, как Уикью уснет. Сделаем это? Что? Фильм. Фильм? Фильм. Хорошо, посмотрим. Хорошо. Посмотрим фильм. Да. Приготовим и съедим попкорн. Именно. Хорошо. Добрый.